О май гад, Эдмонтон, боже мой, что происходит, вообще непостижимо уму. И все продается очень быстро. У нас покупатели названивают каждые 5 минут, спрашивают, ну что там, есть какие-то новые дома, вышло на рынок что-то или нет. Почему те, которые 6 мы вчера отобрали, и уже они pending, как это возможно? Ну, очень просто. Инвентории нет. Процентная ставка, непонятно, что с ней будет, но к ней уже все привыкли. 6 марта у нас будет новый announcement из Банка of Canada. Посмотрим, если процентная ставка остановится или останется такой же, или она упадет вниз, что будет, естественно, никто не знает. Но если она хоть чуть-чуть изменится вниз, то, естественно, все покупатели будут просто кидаться на все, что есть. Сегодня Келоуна мне звонит и говорит, у нас есть о чем с тобой поговорить, мы хотим вложить свои деньги в Эдмонтон, может быть, и в Калгари. В Калгари, понятно, что чуть дороже, но Эдмонтон бьет все рекорды по количеству продаж сегодня и как быстро это все проходит. Если вы продавцы сегодня, если вы подумываете о продаже, то наверняка сегодня рынок у нас такой же, как он был в мае 22 года. Как раз таки тогда я выпустила одно из видео, говорящее о том, что хорошее время, продавайте, продавайте, продавайте. Было все, уходило быстро по самым высоким ценам. Это были самые низкие проценты, это были самые высокие цены. Сегодня у нас проценты не самые низкие, понятно, но цены у нас очень приемлемые по сравнению со всей Канадой. Очень много приезжих, вы сами это все видите и знаете то, что аренды не хватает. Сегодня я работаю с Оттавой, мне звонят и просят найти недвижимость в Эдмонтоне. Сегодня я работаю с Монреалем, сегодня я работаю и в Келоуне здесь, которые хотят купить в Эдмонтоне, а Ванкувер названивает, то есть понятно, что для тех, кто живет сегодня в Альберте, может быть, цены не такие прям вот самые дешевые, но кто вне провинции, для них, конечно, это очень лакомый кусочек. Поэтому, если вы сегодня подумываете о продаже, то у нас продаются дома и квартиры, и таунхаузы в течение нескольких дней, иногда даже часов. Любые вопросы, звоните, пишите, рада ответить, объясню, расскажу ваши риски. Работаю в Эдмонтоне и работаю, конечно же, в Британской Колумбии. Снега у нас нет, но в горах еще есть, но холодно. Всем хороших, удачных сделок, ваша Ирина Мирзевский.